Вы когда-нибудь просыпались с утра и задумывались, это ли то, чего я действительно хочу в жизни? Занимаюсь ли я тем, чем мне нравится, или делаю ли я что-то для того, чтобы заниматься тем, чем мне нравится? Люди вечно составляют списки из того, что хотят совершить, кем стать или чего достигнуть к определенному моменту их жизни. Купить машину, слетать на Мальдивы, поступить в университет, жениться, выйти замуж. А в промежутке между 20 и 30 годами от тебя ожидают выполнения большинства указанных в этом списке планов. От тебя ждут определенности, а родственники и знакомые все чаще пытают вопросами на будущее. Какое будущее, когда ты до сих пор не можешь выбрать, что хочешь есть на завтрак? Что такое судьба? Судьба — совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека. Какой игралище судьбы человеческая жизнь? И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы желаем сегодня. Случайно ли случайности? Насколько, например, изменилась бы моя судьба, выбери я не X, а Y или Z? Занималась бы ли я тем же, чем занимаюсь сейчас? Воспоминания. Воспроизведение локализованных во времени и пространстве образов прошлого из автобиографической памяти. Мы окружаем себя вещами, несущими определенные воспоминания, словно доказательство самому себе и остальным, что такое правда случилось. Одиннадцатиклассников. Сегодня так же, как и для первоклассников, волнительный день. Ты смотришь на них с грустью, думая, насколько легче, счастливее и беззаботнее казалась жизнь в тот момент. Ценишь их настолько, что пытаешься пережить их снова. Или наоборот, хочешь выбросить их из головы, притворившись, что ничего не случилось. Но все, через что ты прошел, хорошее или плохое, делает тебя тем, кто ты есть сейчас. Но что это сейчас? Ты пережила самые тяжелые моменты в своей жизни, даже когда думала, что не справишься. Так же и сейчас. Ты есть твой самый худший враг. И лишь от тебя зависит, достигнешь ли ты желаемого. Боязнь потратить время, посредственно занимаясь посредственными вещами. Боязнь быть недостаточно мотивированной
или недостаточно способный, чтобы делать нечто большее. Боязнь неудачи. Боязнь не удержаться в порой бешеном ритме жизни. Личная жизнь, учеба, дедлайны. Суть человеческой жизни заключена не в так называемых памятных днях, а скорее в монотонном потоке. Можно бояться многого. Прошлого, будущего. Того, что ты собираешься делать со своей жизнью. Но в конце концов, это и делает жизнь такой интересной. Потому что ты не знаешь, что будет дальше, и порой даже идешь на риск. Люди не должны стыдиться этого страха. Каждый в той или иной мере испытывает его. Делай, что любишь, и люби, что делаешь.